Давайте по очереди перебивайте. Маш, ты? Нет. В первых двух периодах мы, у нас достаточно было моментов, мы на этом уровне надо реализовывать. Большинство основное могло сегодня забить. И это тоже, и большинство, хотя мы один гол забили, но опять же, еще раз повторюсь, на этом уровне, чтобы выигрывать, надо моменты впирать, надо их дорабатывать до конца, надо забивать. Да. Попкова можно похвалить? Мы сейчас не идем по персоналям опять. Это у нас завтра еще важная игра с чехами, поэтому сейчас нет смысла. Завтра будет играть Коновалов? Да. А тройка Шипачева забила в большинстве, сменив схему расстановки. Это была ваша команда? Ну, надо было что-то менять, да. Главное отличие от Евротура, от матча КХЛ. Скорость выше, вот если проанализировать в целом. Да, скорость, ну это всегда, знаете, это всегда на Евротурах, на матчах сборной, все время все быстрее, все надо принимать решения на полсекунды быстрее, все это комплекс, да. Быстрее даже, чем в матчах с КАЦ и СКА, да? Вот если сравнивать с ведущими клубами. Нет, давайте, вы про матч Евротура сейчас говорите, давайте по Евротуру. Можно сказать, сказать, что по двум матчам Михеев лучше? Три гола в два матча забивает человек, то, наверное, неплохо выглядит. Мещенко будет завтра? Сейчас будем думать по составу. Вы обещали какие-то перемены в составе, но, по сути, была только одна замена Денисенко на Крючине. Ждать ли в дальнейшем? Нет, почему две было? Еще на последнем рубеже замена была. Вратаря еще, да? Ну, вратарь, само собой. А завтра будет? Слепец сыграл. Будем думать сейчас. Возможно, и перестановка именно между звеньями, не так точечно. Возможно, все. Я еще раз говорю, что вы сейчас после двух минут игры хотите, что сейчас проанализируем, посмотрим видео и будем решать. Винтажный дворец такой 55-го года, как у вас. Комфортно команда сейчас? Здесь более-менее? Винтажный, что ли. Какой есть, такой есть. Завтра некоторые лидеры сборной Чехии против нас не сыграют. Как-то принесет это коллектив, подготовка тоже выбор состава. Ковар же всех чекает. Да я знаю, кто играть не будет. Да, это была договоренность. Но там у них и так самая взрослая команда и такая самая, наверное, на этом турнире самая строительная, самая взрослая. Ну, вы в целом довольны экспериментом? Все-таки это сборная экспериментальная? Ну, знаете, я не знаю. Вы это назвали. Мы решили, что вот этих игроков мы возьмем на эту аппаратуру. Конечно, еще раз сегодня по игре, что к моментам мы отнеслись, откровенно говоря, не сам лучший. Ждали большего от Шкачева, как Галицкого, все-таки по двум матчам опять. На персонале мы не переходим. На завтра игра важная. Впервые за долгое время у сборной нет чистого чекинг-лайна. Хорошо это или плохо? И как это сказывается на команде? Ну, мы не называем ее чекинг-лайн, мы называем просто такие, знаете, как которые ребята, которые могут продавить, которые могут у нас создать там агрессию. Дальше будем думать, сейчас на данном этапе вот так. Спасибо. Во-первых, поздравляем с реализованным буллитом. Правда, вы пили, что тут финально не получилось. Что в целом скажете? Пропустили два гола, да, и уже шведы начали по-другому чуть-чуть играть. И нам надо было отыгрывать большое преимущество. Но хорошо, что быстро сравняли, забили в большинстве. Но третья шайба – это как сразу ответка. Поэтому тяжеловато было, но надо убрать вот эти ошибки, которые все равно много теряли. И на синих линиях, поэтому надо чуть исправиться. У нас последний матч на турнире, да, надо его выиграть. Но вот эта вот третья шайба, в чем была самая основная ошибка? Где они удержали? Всегда говорят, да, опасность сзади, поэтому чуть-чуть неправильно, может, расположились, но, повторюсь, ничего страшного. В завтрашней игре как будете готовиться? Ну, отдохнем, разберем эту игру чехов и будем готовиться. Чувствуется, что здесь совсем другой хоккей, чем КХЛ? Быстрее, жестче или такой же уровень, примерно? Ну, конечно, чувствуется, другие скорости. Илья, вы читали, смотрели телевидение в минувшие два дня, как все были довольны вашим звеном? Я не считаю новости какие-то. Спасибо. Молодец. Не, отдельно. Сейчас быстрый матч ТВ, потом... Когда попало? Тренировки. Шайба? Крылышко.
Раз-раз-раз-два-три. Поехали. Будьте добры, пожалуйста, комментарий встречи просто целиком, а уже там какое-то время прошло, может, так более-менее, ну, не анализ, но взвешенное какое-то мнение. Ну, не знаю, в принципе, я думаю, первый период равная игра, были моменты, могли забить голы, но немного не получилось, я думаю, из-за этого, наверное, надо забить просто первый гол, и игра пошла бы в другом русле. А с другой стороны, воля плюс характер, 0-2, третий период остается, в принципе, сравняли счет, игра выровненная была, да, нам ну, да, там, и так была нормальная. Ну да, там такой гол, как бы, немного курьезно, можно сказать, попал в клюшку и отскочила прямо на клюшку соперника, он забил, то есть так получилось. Где шведы переиграли, где нам удалось переиграть, несмотря на счет, все равно какие-то моменты хорошие были возникали. Ну да, в принципе, я думаю, хорошо прессинговали у них в их зоне, старались отобрать шайбу быстрее. Дать защитникам броситься ворота и подставить шайбу. У меня все, мне хватает. Спасибо большое. Пойдем, встанем. Спасибо. Можешь подсветить? Как быстро нашли взаимодействие в такой тройке, череповецкой, можно сказать? В принципе, одна тренировка, одна игра. Что-то уже у них есть наигранное. Я, как бы, в принципе, только подстраиваюсь. Они подсказывают, куда лучше подкатиться, как лучше что сделать, в принципе. Я думаю, что находим уже какие-то взаимодействия. Видели, остался после второго на лавке, да? Смыслял, что это было, о чем думал? Да нет, немного просто подустал. Ничего такого. Забить не это помогло забить? Да нет. Просто немного поменяли розыгрыш, большинство встали по-другому. Стал не так, поэтому забили. Первого гола таких эмоций не получилось особо из-за поражения? Ну да, я думаю, конечно, самая главная команда и командный результат. Конечно, приятно забить, но надо выигрывать, это самое главное. Вы на этом этапе ротуры дебютировали в сборной России. Как вообще ощущение, то, что ожидалось, или какие-то другие эмоции? Да нет, все здорово, очень приятно играть за сборную, представлять сборную страну. Это круто и стараюсь показать свой максимум. Сколько приятно и неожиданно было еще и нашивку получить сам. Не знаю, в принципе, я и в команде как бы тоже ассистентом был, капитаном, так что это для меня как бы нормально. Спасибо. Maybe one or two in the past, the last couple of years, especially if we get the NHL players we think we are going to get. You know, obviously, it's going to be a tough competition, but, you know, Filip Holm has played a game, obviously plays in the KHL right now, and Rasmussen as well, they played in the World Championships before. So there's a couple of guys with some experience, but mostly, like you said, it's an inexperienced team. Who has the best chance to go to Slovakia? It's tough to tell right now. We don't even know who we're going to have available in the National Hockey League right now, so it's kind of tough for me to say what positions and whatnot. But obviously Hallberg and Holm and Rasmussen, all KHL players, have played in the previous season in the World Championship. So, but you know, there's some young guys out there that really competed for a spot, that's for sure. Would you agree that Russia looked more Swedish than Sweden in the first period? I think obviously they're doing some stuff with the offensive zone that I've seen before. I don't know where, but yeah, no, it's fun to play them. I think tremendous players on that team. The transition game is always great in Russia, and obviously you got a great special teams, you know. So it was a tough game, and it was nice for us to get this win. I think it was a character win. Why did you call only five KHL players to this tournament? There's some guys that are being stopped in the KHL by the teams. So you do the math. We don't have very many KHL players, but there's some players there that absolutely would make this team better, and it's tough for us to put a feel the whole team when they may pressure us staying home in their KHL teams. Was a Russian roster a surprise for you? How good do you know these players? No, I follow KHL closely, actually. I know these players are really good. I think Russia could probably put together three or four teams that are this good. I mean, they have some veteran players that play probably in the Russian tournament in the Channel 1, and these are little younger guys, and they're got Chipashov out there, is obviously got quite a bit of experience, and the captain and the leader of the team, but even a few other guys are, you've seen them before at this level, so it's fun to play this game, obviously, against a really good competition. Do you have a dream to work in the NHL in future? Because you're a very strong coach and a lot of rumors about this topic. Do you have a dream? Yeah, well, I don't dream about hockey that much, actually, luckily. But, yeah, it would be a challenge. I obviously told the Federation I'm not going to renew. So,
Next question is see what where I'm going to end up, but I'm you know, fielding offers right now, and we'll see what happens. But obviously NHL, I think, yeah, I have other strong leagues in Europe that, that could be interesting as well. But yeah, no, it's to me, it's the challenge. You know, what's the next challenge? I've been with the national team now for 12 seasons, so it's kind of time for me to see what's out there. Is if you get a KHL offer, would you consider to take it? Absolutely, I think KHL is a tremendous league. I think you know, I, like I said, I watch it closely. I have to scout the Swedish players there. I'd be, you know, it's a great league. There's no question of that. So, but again, I'm wide open right now, and my focus right now is to try to field the best team possible in Bratislava. If you get offer to work in SKA with Oleg Znarok in tandem, are you agree? You offer me right now? It's guys, obviously, I think, a top team in Europe, a top KHL team, and you know, I think they, as good as any NHL team, perfectly honest with you. I think they're, those players are, I mean, they're a great roster. I think you have three or four different rosters in Russia that are, in the KHL, they're tremendous rosters. So, yeah, no, it's a great league. Thank you.